Сегодня я вам хочу рассказать, как можно другому человеку рассказать о Христе. Я же попросила вас сесть. Вы все равно? Пойдите сюда. Нет, у нас Рома хочет рассказать. Как можно рассказать о Христе? Вы когда-нибудь пробовали другому человеку рассказать о Христе? Ну, наверное, это не так легко. Нелегко? Смотрите, взрослые, можно я вас попрошу? Поднимите, пожалуйста, 5 пальчиков. Нет, я взрослых попросил, не те. Я просил вначале взрослых. Взрослых, отлично. Вот, а теперь дети, добавьте тоже к взрослым. Поднимите 5 пальчиков. Отлично. Мы сегодня будем учиться благовествовать при помощи 5 пальчиков. Вот ваши 5 пальчиков. Поэтому я взрослых тоже призываю. Вы тоже тренируетесь вместе с нами. Итак, 5 пальчиков. О ком мы будем рассказывать? Об Иисусе. 5 букв. И-И-Сус. Давайте возьмем пальчики и указательным пальчиком скажем. И-И-Сус. Ну-ка, еще раз. И-И-Сус. 5 пальчиков. Иисус. Иисус Царь. Царей. Давайте, сделайте колонку. И мы хотим сегодня рассказать о царе Иисусе. Но что сделал Иисус? Иисус увидел, что каждый человек грешный. И Иисус заплатил за каждого. Заплатил. Давайте мы так покажем. Заплатил. Иисус заплатил. Скажите, Иисус заплатил. Давайте громко. Иисус заплатил. Еще разочек. Тима. Иисус заплатил. Давай, покажи мне пальчик. Иисус заплатил. За что Иисус заплатил? За наши грехи. А как Иисус заплатил? Он умер на кресте. Сделайте вот так крестик. Вот так пальчики перекрестите. Он умер на кресте. Еще разочек, подскажите мне. И-И-Сус. Иисус Царь. Мальчики, я не вижу, что вы что-то делаете. Можно, пожалуйста, ваши пальчики? Папа. Можно я заберу у вас? Все? Давайте, Тимоша. Еще разочек. И-И-Сус. Иисус Царь. Даже не вижу твоих пальчиков. Он заплатил. Заплатил. Как он заплатил? Умер на кресте. Смотрите, крест. Но когда он умер на кресте, его сняли и погребли. Давайте спрячем. Погребли. Но на третий день, скажите, третий день, на третий день он воскрес. Давайте еще раз вспомним. Он заплатил. Заплатил. Что? Как он заплатил? Он умер на кресте. На кресте. Его погребли. Погребли в могилке, да, он лежал. Но на третий день, он воскрес. И поднялся на небо, чтобы царствовать. Кто царствует на небе? Иисус. Хорошо, давайте теперь все вместе. Готовы? Еще разочек. Иисус. Иисус Царь. Он заплатил за мои грехи. Как он заплатил? Он умер на кресте. Его похоронили. Но на третий день он воскрес и поднялся на небо, чтобы царствовать. Кто царствует на небе? Иисус. Вот такое простое Евангелие. Все очень просто.
сами не запомнили. Давай. Иисус. Отлично. Он тебя потел. Подожди, он царь. Царь. Он царь. Ага. Он тебя потел за 20 грехов. И потом он погиб. Подожди, он умер? Он умер на кресте. Потом его похоронили. Отлично. И тремя он... На третий день он... Для вас информация, но свежая идея. Пользуйтесь ею.